Приветище, это Хогвартс Наследие, и мы продолжаем. Мы находимся в Азкабане, сверху дементоры летают, которые мечтают высосать из нас душу, но вот этот преподаватель не дает им это сделать. Здесь сидят заключенные, которые совершили невероятно злодейские магические преступления. Мы сюда прибыли для того, чтобы найти Анну. Анну, которую сюда случайно посадили. Если ты не понимаешь, о чем речь, то посмотри предыдущие ролики. Вокруг сплошная темнота. Мой единственный друг, мой единственный дом. Теперь вот что. Анна здесь уже очень давно, а дементоры не знают снисхождения. Будьте терпеливы и говорите с ней спокойно и уважительно. Я ее вообще не вижу, если честно. Вы Анна? Кто это там? Кто это говорит? Это смерть? Ты наконец за мной пришла? Я ученик Хогвартса. Мне удалось найти книгу, которая, как вы говорите, может вам помочь. Книга. Как же книга? Искали, нашли фигу. Ни один маг, кто искал тех страниц, не нашел. Беспутный плут в пещере пришел, да там и смерть свою нашел. Да в верхнем Хоггифилде то случилось, там судьба моя решилась. Кажется, понимая. Но зачем столько загадок? Что вы хотите сказать? Что пропавшие страницы находятся в пещере, недалеко от верхнего Хоксфилда? Хоксфилд! Хоксфилд! Разваленный дом, сокровищница в нем. Сокровищница? В каких-то развалинах, возле верхнего Хоксфилда. Что ж, почему бы и не поискать? Взглянуть не повредит, взглянуть не повредит. Погоди-ка, ты страницу из книжки видел? Елена? Елена! Тут ты, я знаю, подойди ближе, я не кусаюсь. В чем дело, Анна? Она что-то вколола ей в шею, офигеть. Борзая бабулька. Вы ранены? Идите. В пещеру. Вам ничего не грозит, и теперь вы знаете все, что нужно. За меня не волнуйтесь. Мне лишь нужно попасть. Короче, это Анна Елене вколола какой-то яд в шею. Это не очень круто. Но мадам Чертополох... Ну ладно, я найду ее. Эту пещеру Галкрада. Все, погнали в пещеру. Ха, гляди, пацаны на метлах летают. Типа волшебники, все дела. Прикольно играть. Вот она, эта пещера. Сейчас мы в нее заглянем. И надеюсь, мы выясним. Должно быть, Анна говорила об этом месте. Сейчас мы все проясним, короче, что тут было. Да сюда 1000 лет никто не проходил. О, загадочки! Прям как я люблю. Я так думаю, что нам нужно потянуть вот за эти штучки. Точно. Давай все их подтянем. О, начинаю понимать, как это работает. Да слушай, все, что светится, давай потянем, да и все. Тебя меня не обхитрить, Галакард. Так где твоя подсказка? Где-то здесь должна быть. Давай поищем. Может быть, в этом? В сосуде? Не, ничего тут нету. О, подожди, вот. Подсказка от Галакарда. Моя дорогая Анна, ты умница, тебе удалось разгадать мою загадку. Мы с тобой схожи мыслями, и лишь с тобой я могу разделить свои приключения. Приходи на опушку запретного леса, как только сможешь. Я покажу тебе карту, о которой говорил. Понятия не имею, куда она ведет. Я обнаружил ее на страницах, вырванных Пипсом из спрятанной книги. Похоже, никто их больше не видел. Не знаю, что меня ждет, но я буду рад разделить этот путь с тобой. Это лишь начало. Ричард. P.C. Я ужасно рад, что ты нашла это письмо. В противном случае мне бы пришлось отправиться туда в одиночку. А это было бы далеко не так интересно. Тут записка от Галакарда. Но Анна так и не получила ее. И как же все-таки он погиб? Будем разгадывать. Детективчик, все дела.
Чуть не убежал с этого места, я тут даже сундук-то не успел собрать. И вон там вот еще какая-то штучка есть. Сейчас мы ее выдернем. О! Да что ж такое-то, выдергивает эту штуку. Отлично. Там что у нас? Рябиновый отвар. И вот еще какие-то штучки лежат. Монеточки. Вот теперь точно можно отсюда сваливать. Could it be? Не может быть, неужели кто-то разгадал мою загадку? Столько лет прошло. Браво! Ричард Галкрат, к твоим услугам. Тот самый Ричард? Говорят, ты исчез много лет назад. Будь добр, объясниться. С чего бы? Это же ты разгадал мою загадку. Что ты здесь делаешь вообще? Бывший мракоборец по имени Елена Чертосплох рассказала мне о карте, украденной тобой у Пипса, а потом Анна... Тебе удалось увидеться с Анной? Эта девица разбила мне сердце. Пришлось как-то смириться, чтобы жить дальше. Но для нее, пожалуй, это к лучшему. Могу я спросить, как у нее дела? У нее вообще все плохо. Ее посадили в Азкабан за твое убийство. Боюсь, дементоры нанесли ее разуму большой вред. Что? Она в Азкабане? О, бедняжка она. Я понятия не имел. Я думал, она обо мне забыла. Годами я бродил по свету, чтобы залечить разбитое сердце, и лишь недавно, ни с того ни с сего, решил вернуться. Мне нужно поговорить с тем мракоборцем, о котором ты говорил. Я хочу помочь Анне. Рад это слышать, но пока ты не ушел, хочу уточнить, смогу ли я найти страницы с помощью той карты, о которой говорила Елена. Скорее всего, я бронил их в пещере в тот момент, когда я лишился головы. Наверное, они так и гниют рядом с моим телом. Предлагаю встретиться на опушке запретного леса, и я покажу тебе, где именно найти страницы. Спасибо, погнали. Встретимся там. Ок, я побежал на эту опушку. Итак, я прибыл. Та самая опушечка. Капец, чтобы начать эту миссию, мне нужно обучиться обезоруживающему заклинанию, прежде чем я последую за призраком Ричардом в запретный лес. В таком случае мы посещаем класс по защите от темных искусств. Мне, кстати, пришло еще письмо от Елены, с ней все в порядке, она вылечилась. Что это было? Я после уроков опять остался? Профессор, привет! Обучите меня новому заклинанию, пожалуйста. Прекрасно. Тогда вы готовы к изучению нового заклинания. Сосредоточьтесь. Обезоруживающее заклинание порой достаточно, чтобы справиться даже с сильнейшими темными волшебниками. Что ж, попробуем. Ну же ж, погнали. Раз, два, три... 4 и 5. Все, я обучился. Я красавчик. Экспеллиармус. Знатное заклинание. Давай потестируем его, вот, например, вот на этом чуваке. Вау, у вас неплохо получается. Но не забрасывайте тренировки. Однажды экспеллиармус может спасти вам жизнь. Блин, перезарядка, батарейки сели. Сейчас, минуточку. Еще разок. Все, огонь. Вот теперь мы можем отправляться в лес на опушечку. Ну вот, я пришел, как и обещал. Ну, наконец-то. Вот мы и снова встретились, Ричард. Пожалуй, мне не стоит удивляться, что ты здесь. Чтобы отыскать эти страницы, требуется терпение. Красиво сказано. Итак, куда идем дальше? Следуй за мной. Я провожу тебя насколько смогу. Однако, боюсь, что мне малость не по себе возвращаться вместо моей кончины. Смотри в оба, чтобы не пропустить купальню для птиц. Когда найдешь ее, скажи «интрамурос». Это на латыни. Как несложно догадаться, я был не самым прилежным учеником. Идем. Но веди меня. А, ну круто, ты-то не бегаешь, ты летаешь. А есть еще какие-нибудь ориентиры? Конечно, даже несколько. Каменный мост, водопад и, если не ошибаюсь, озеро. Увидишь. Спасибо, ты мне очень помог. Какие-то странные звуки здесь.
Прям очень страшно. Удивительно, сколько воспоминаний навеивает это место. И почти все неприятные. Ну да. Знаешь, чем ближе мы подходим, тем больше я вспоминаю. Пожалуй, будет лучше, если дальше ты пойдешь сам. Просто продолжай идти дальше и гляди в оба, чтобы не пропустить ту купальню для птиц. Адью. Интересно, это на латыни? Или на греческом? Все, я иду, я бегу. А мне точно тут одному можно ходить? Ничего не поделаешь, придется идти дальше. О, грибочки. Забираем. Сейчас как выскочит на меня здесь кто-нибудь. Какие-нибудь пауки или тролли или еще что-нибудь. Вроде ничего интересного. Ого, а что это за дерево такое? Что тут вообще происходит? Здесь довольно жутковато. А вот это вот купальня, нет? А вот и водопад, как Галакарт и обещал. Хоть он и вор, а слово держит. Он был вором. Значит, мне надо повыше теперь забраться. Ладненько. Олень, здорово, дай я на тебе покатаюсь. Водопад мы прошли. Тут, кстати, медведь, вон на карте показан. Может, мне не сто... Ух ты, а это что такое? Коллекция обновлена, пушистики. Пушистики, стойте, стойте. Стойте, смотри, какие милые. Пушишка. Мальчик. Забавный. А чего вы тут все делаете? Ну ладно, мы же в лесу. Чё, какой-то тупой вопрос. Что вы здесь делаете в лесу? Они тут живут. Хорошо. А, тут можно какого-то медведя призвать, но я пока не понимаю, как это сделать. Поэтому идем дальше. Потом разберемся. Видимо, нам сюда. Снова олень. А вот, кстати, и озеро. Это место кажется таким торжественным. И гордый олень у озера. Гордый олень уже убежал. Хотя, вон они, смотри, сколько их там. Офигеть. Гордый олень. Точнее, гордый. И вот то самое место, видимо, куда мне нужно было прийти. Вот это место. Точь-в-точь, как описал Галкарт. Сейчас я тут заревелю все. Прошептать пароль. Интрамурос. Хотя он сказал Мирус. Вау. Вах ты. Вот это мне нравится. Что это за черная дыра? Что это за портал открывается? Ну ничего ж себе. Можно войти, ай. А не далековато ли мы забрели от дома? Ранрок сказал, что в конце концов ты приведешь нас к спрятанному. Хватайте его. Ёлки. Так, огонька. Не достал. Сейчас разберемся. Вот, отлично. А теперь взлетай. Мимо. Готов один? Выпиваем бадьян. Даже несколько. Да что ж ты будешь делать-то? У вас слишком много, получайте. Готов. Обезоруживаем тебя. Я же новое заклинание изучил. Обезоружил. Черт, бадьянушку выпивай. Мимо. Не успел. Ну и держи вот этот мешок. Все, готово, со всеми разобрался. Застали меня врасплох, негодяи. Фух. Че, пойдем? Зайдем все-таки. А тут прикольненько. Интересно, насколько большое это место? Оно очень большое, я тебе хочу сказать. Грибочки. Сколько я грибов тут насобирал? Просто абзац. Вон там вот ничего нету интересного. Надо все обшарить. О, что-то есть, смотри. А, тут пауки. 13 монеток взял. Слушай, я думаю, Галкарта здесь пауки сожрали. Хотя не факт. Что тут нужно сделать? Ну-ка. Ага. Двери открылись вроде бы. Ничего себе! Похоже, именно сюда мне и надо. Ты уверен? Это место таит очень большие опасности и тайны. Так что я даже не знаю.
Похоже, кто-то очень не любил случайных гостей. Слушай, ну в этой пещере явно кто-то поработал. Кто-то создал ее. Поэтому... О, пауки. Думаю, какое-нибудь заклинание поможет мне тут пройти. Ну, например, огонь. Че, ребятки? О, привет. Взлетай-ка. Ой, вас тут много. Вас тут очень много. Черт. Один. Готово. Ха, он побежал. Смотри, какой. Оп. Он подо мной. Еще раз сгори. Мимо. А ты у нас поднимаешься и идешь ко мне. Давай. Как плохо, когда батарейки в палочке кончаются. Клык паука получил. Ну все, он как бы тоже сгорел. Ага, отлично. Какие паративные паучки, членистоногие. Мохнатые такие. Водопадик. Я вот не знаю, куда нам идти. О, левитирующая панель. Ну, площадка, то есть панель. Платформа, правильнее будет сказать. А, так нам же вон показывает, куда идти надо. Ну, вот тогда туда идем. Получил. Сзади. Я что-то тебя не видел, откуда ты там взялся. Мимо. Готов. Клык-паука, клык-паука, зачем же ты мне... Нет, сюда мы не пойдем. Я хочу всю эту пещеру осмотреть. Вот, например, левитирующая платформа. Куда же она нас приведет? Ее можно двигать. Прям видно, вон крючок есть. Сейчас попробуем. Давай-ка ко мне. Как бы заставить эту платформу подплыть? Сейчас, подожди. Сейчас мы ее заставим подплыть вот сюда. Ой, да нет, не огонь. Ага. Вот она подплыла, мы на нее запрыгиваем. И теперь вон за тут цепляемся. Вот. Все работает. И что мы тут нашли? Куча вас. Все разбомбить нафиг. Давай мы это вот так вот сделаем. Нет, гляди-ка. А, разбилось. Ну, отлично. А вот это можно разбить? А-а. Посмотрим, что в сундуке у нас. Красно-коричневое шутовское облачение. Ладненько, теперь идем сюда. Очередная головоломка. Но если Галкарт ее решил, то и что-то-то там. Он и дальше мог пройти, в принципе. Ага, вон ты где, сверху. Ну все тогда. Сейчас пройдем. Ого. Поразительно. Классная пещерка, она мне нравится все больше и больше. Интересно, а призрак-то в итоге, когда мы странички найдем, придет сюда или нет? Или он заочкует? Как вообще призрак может чего-то бояться? Вот не могу это понять. Капец, сколько здесь коконов. Надо быть очень аккуратным. Завершите бой без использования рябинового отвара. Ну ок. Там дальше меня что-то ждет прям. Что-то опасное. Видимо, большие паучки. А, точно, да. Лови. Молния. Вот тут подрыв. Не успел протега заюзать. Так, поджог. Давай, жги, жги, жги. Да лететь, колотить надо ближе было бы, подойти. А, кстати, обезоруживать я их могу? Могу. Актио. Левиоса. Поджог. Погори немножечко. Вроде удачно со всеми расправился. И теперь меня ждет большой сундучело. Какие-то перчатки не очень крутые. Вот он, мозг. Уже почти целый. И куча пауков повылазила. Отбиваем. Так, ребятки, поджигаем. Левитируем. Кому-то акцию. Опа, отбились. А ты у нас погори. Опа, отлично.
Что за прекрасный батл? Ух ты! Из-под земли как выры. Сейчас, иди ко мне. Гори в аду. Ну все, с пауками разобрались вроде бы. Вот этой штучки я возьму. Победите врага с использованием чего-то там, три штуки. Ух ты, какие здоровые выползли. Жуть ты какая. На тебе. Черт, их тут достаточно много. Давай-ка ультанем. Разнесло. И того тоже давай. Молнией. Вот и все. Проблемы? Да нет проблем. Еще один. Левоса. Обезоруживаем. Актио. И огонь. Готово. Со всеми разобрались прям как со школьниками. Прощай, чудовище. Ужас, насколько пауки расплодились тут со времен Галакарда. Ну, бывает что. Я тут все места и тайны изучил. О, травушка какая-то, смотри. И тут еще. Ну что, дверки, открывайтесь. Единственное, тут опять не все эти. Выключатели есть. Где-то еще должны быть. Тогда, получается, вначале его нужно активировать. И потом бежать наверх. Погнали. Быстрее. Давай, я должен успеть. Потом сюда. И последний. Что, не успел? Нет, не успеваю. Эх. Так, тогда получается отсюда. О, получилось. Ого, мост-то какой зачетный, слушай. Побежали скорее. Вот это да. Вот это прикол. Там, наверное, останки Галакарда. И нужные мне страницы совсем рядом. Это его тело, походу. Мы снова встретились, Ричард. Спасибо, что столько времени хранил эти страницы. А вот и карта, которая привела тебя, Галакард, к погибели. Там дальше есть что-то еще. Но на меня тут, кажется, сейчас обрушится армия Каменюк. Мимо. Дай-ка мы тебя обезоружим. Да не этого, а другого надо было обезоруживать-то. Да что ж такое-то? Опа! Вот так. Теперь с тобой. Огонька! Давай ему огонь. Ему пофиг на огонь. Ха! Меч! Его выкинул, а он его себе восстановил магическим способом. Мимо. Готов. Так, ребятки. Стойте. Оп, уходим. Нормально, он тут прыгает. Как Халк. Так, огонька. Огонька, да? Ну, кстати, огонь наносит им урон. Получай. Мимо. Че, со всеми разобрался? А, нет, там он еще троица стоит. Какие-то супер мощные каменюги. Давай, один на один, вот так вот, и челепищ. Минус один. Второй. Так, Левиоса. А, бесполезно на него Левиоса использовать. Сейчас, подождите, палочка перезарядится. О, нормально. Ой, уходим. Подождите, ребят, подожди ты. Акция работает, нет? Экспедиат. Огонь. Кстати, огонь хорошо их долбит. Ничего себе. Минус два. Ну чё, акцию. Огонь. Маловато. Ты задолбал упрыгивать. Огонь. Давайте что-нибудь, заклинание какое-нибудь. О, разнеслось. Фух. На все подряд тыкал. Серьезно. Тут вроде бы все. Тайников вроде никаких. Ого. Что? Это настораживает. Что происходит? Я подобное уже видел. Смотри, пузыри какие-то полетели вверх. Ну ладно, пойдем, что. О, такое же было в Грингетсе и запрет на секции. Подожди, не убегаем. Возможно, тут какие-нибудь сундуки еще есть, а я такой хопа и прыгну. Ха-ха-ха, хорошо, что я не упрыгал.
Смотри, сколько тут еще всякого барахла лежит. Один с монет, шарфик и вон там что-то. Тут я все с тела собрал. Вот это вот васпал. И полосатая мантия цвет гиккори. Гиккори, пиккори. Теперь можно входить в этот портал. Понеслась? И куда же мы попадем? Где это я? Куда это я попал? Где я? Похоже на Гринготс. Или в той же писе... О, нет! Это что, потоп? Ёлки-палки. Может, мы начнем двигаться? Откуда у меня такая защита? Что за магия такая? О, у меня воздушный пузырь появился, прикинь. Крутяк. Ай да красавчик. Я иду. Надеюсь, эта магия будет защищать меня, пока я не выберусь отсюда. Я тоже на это надеюсь. Что это за место? Прикинь, в дверь вошел, и там... вообще ничего не понятно. Странно, неведомая какая-то фигня. Можно сюда вон в дверь выйти. Давай на центр, короче, встанем. Нифига себе. Can it be? Неужели? А где остальные? Почему-то один здесь. Это тот, кто защищал древнюю магию. Рехим. It's you. Это вы? Кто-то наконец нашел наш зал. Ой, вы же были в омуте памяти, вы профессор Рэхэм. Верно, должен признаться, я удивлен, вы так молоды. Не столько же, сколько было вам с Идори, когда вы создали это. О, вы еще и внимательны. Полагаю, у вас такой же дар, как и у нас. Видеть следы древней магии? Да, сэр, такой же, как у вас. Как вы уже, наверное, поняли, наш дар обеспечивает уникальную связь со всеми формами магии. Нам, немногим из волшебников, доступны редкостные проявления магии. Вам могут предстоять возможности развить этот редкий талант. Не упустите их. Хорошо, профессор. Благодарю вас. Тогда нам с вами много нужно обсудить. Но сперва, вас ведь привела сюда карта, найденная в некой книге. Поставьте эту книгу на пьедестал. У меня нет с собой книги, сэр. Досадно. Тогда придется отложить разговор. Возвращайтесь с книгой, и мы продолжим. Да, ну, я такой путь проделал. Ну ладно, я вообще за страницами шел. Ладно, пофиг, я принесу их. Хорошо, я сейчас же отправлюсь за книгой. Договорились. Когда вернете книгу, продолжим разговор. Меня дед просто взял и отшил. Ваша связь с древней магией открывает таланты плюс один. При каждом новом уровне вы будете получать одно очко таланта. У вас есть новые очки таланта, прокачайте их. Ну, давай посмотрим. Ух ты. Вы можете зарабатывать очки талантов и бла-бла-бла. Короче, чтобы не тратить твое время, я все просмотрел. Больше всего мне понравилось на данный момент, что я могу открыть, это вот это вот инцендио, которое преобразуется теперь в кольцо пламени. Если раньше я просто из палки огонь выпускал, то теперь кольцо пламени буду делать. Поэтому вот прокачиваю вот эту штуку. Также я хочу вкачать «Выручай комнату» на возможность призывать больше китайской жужжащей капусты. То есть я одну выкидываю, у меня появляется еще одна бесплатная, которую я могу выкинуть. Так что вот ее вкачиваем. В ключевой ветке я хочу прокачать вот эту вот штуку. Мастерство владения основным заклинанием. Чем больше я обычное заклинание использую, тем быстрее перезаряжаются другие заклинания. Так что вкачиваем. Хочу еще разблокировать дополнительную ветку заклинаний, чтобы у меня их было две штуки. Ну и остальные очки я оставлю для прокачки их в будущем. Пока что все. Давай проверим. Инцендио. О, огненное пламя, вообще огонь. Нормальненько.
Теперь давай проверим, как меняется ветка заклинаний. Вот у меня основное, вот дополнительное. Отлично. Ну, а теперь выходим вот через эти двери. Мне удалось найти страницы и зал картографии. Зачем мне книга? Вот я тоже думаю, нафига тебе книга? Я надеюсь, что я сейчас в Хогсфорд выйду. Опа-ки. Что-то пока неизвестно. О, сундук. Я вижу сундук. Сейчас мы к нему подойдем. Это глазастик. Надо поменять ветку. Вот. Маскируемся. Деньги, кони. 500 монет, отлично. Ну все, бежим дальше. Вот эти статуи такие интересные. Дай попробуем их зажечь. О, зажгли. Круто. Круто, круто, круто. Поднимаемся еще выше. Я что, в библиотеку? Я снова в Хогвартсе. Ха, классно. Интересно, когда вернется профессор Фиг? Я ведь обещал ему не забрасывать учебу, пока его не будет. Но мне столько всего нужно успеть, пока он не вернулся с книгой. Ой, блин, какой-то фиолетовый беспонтовый шарфик подобрал. Ну вот. Вы должны выучить депульсо, отбрасывающие чары. Они пригодятся, чтобы двигать предметы или расталкивать противников. Выполните необходимое задание и встретимся в моем классе. Дракош, привет. О, это я возьму. Еще я слышу шепот. О, призраки, призраки, призраки. Там, короче, призрак-тетка гоняет призрака мужика. Ужас какой. Ну что, я думаю, что на сегодня наши приключения подошли к концу. Если тебе понравилось и ты хочешь увидеть дальнейшее прохождение Гарри Поттера, Хогвартс наследие, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще этого не сделал, конечно же. И тогда мы вновь увидимся с тобой в новом ролике. Так что до встречи!